75 лет, да? Значит, и вдруг у меня еще температура 40 градусов, и вдруг появляется какой-то еще гость непредвиденный, и в дверях появляется Витя Ванюков. Значит, я
был настолько ошарашен, что даже растение, тем более температура была около 40 градусов. Значит, я по своей, значит, еще по своему недомыслию и по своему как-то былому такому, значит, общению, значит, я его представляю своим гостям как Витю Валикова. Хотя он уже давно Виктор Юрьевич, и второй человек по безопасности мореплавания всего флота. Значит, и я потом думаю, все мне не простит. Но потом вспомнил, что Витя Безлепкин, когда на выпуск, значит, он приглашал, ну не он, и все приглашали, да? Но он сказал: Виктор Петрович, я спросил у второй группы, значит, Витю приглашаем, и вторая группа сказала: приглашаем. Значит, говорит, мы вас Витей звали за глаза вот так. Значит, я думаю, тогда Витя Валикова не простит такую, значит, формальность на этот случай, да? Вот, потом еще какой случай. Значит, в 2 часа ночи вдруг звонок раздается. Я беру, снимаю трубку, значит, и слышу голос по телефону. Это говорит Иван Грозный. Я думаю, что это Иван Грозный, вдруг, значит, в 2 часа ночи из 16 века. Оказывается, это Ваня Смирнов. Значит, находясь посреди Атлантического океана, вдруг просмотрел видеозапись 35-летия, значит, встречи второй роты, и так растрогался, что решил позвонить командиру роты. Позвонил в 2 часа ночи. Вот. Ну, я ему сказал, что 2 часа ночи это мне любой звонок, любое время, и любое время дня и суток. Значит, для меня это радость, когда кто-то звонит со второй роты. Значит, ну и что я должен сказать? Это все такие представления, да? Предыстория сегодняшней встречи. Значит, я должен вот что сказать, что выпускники второй роты, значит, достойно несут морскую вахту по сегодняшний день. Значит, как Саша выпустил вот эту книгу, значит, да, хоть он там написал, красавец, вроде, в числе составителей, но это его работа. Значит, и там 5 адмиралов, значит, 40, всего 53 капитана. И я должен сказать, что и еще, значит, один Лискевич, он один такой. Значит, это, все это так. Значит, я вот чему очень удивлен, очень рад. Вот, понятно, там Невешкин, значит, Зимин, значит. А вот Коля тотально, да, я так вспоминал, я вроде бы думаю, где, нигде его не помню. Потом он мне сам только на 25 лет напомнил, что он написал заявление об уходе, а я ему говорил остаться в училище. Значит, и сейчас я вижу как его как адмирала, вот такого, да, гражданского флота, и читаю, как он выручал Бурлаку, капитана, и судно его из беды. Вы знаете, просто гордость вот за вторую роту возникает в этом случае. Вот. И вот вспоминаются такие случаи. Значит, Шура Гаворин, да? Значит, пришел на втором курсе, по-моему, в общем, после первой индивидуальной заграничной практики, пришел в таких очках, со скелетом вот здесь, вот такой вот. Мне потом кто-то из командиров флота говорит: да тебе надо его очищать как можно быстрее, ну, чтобы он портил, роту не портил. Значит, я конечно, на такую утку не поддался, никуда очищать не стал, и все. Значит, а сейчас я читаю его вот по интернету, да, и я вижу, что это патриот России. Значит, прям настоящий патриот, я честно говорю. Значит, ну, я рад, что вторая рота помнит своих выпускников, которых нет в жизни. Мы вчера, группа второй роты, положили цветы на могилу Гены Биланова. Значит, и вот сегодняшнее мероприятие, это память тех, кого с нами нет. Значит, это очень хорошо, что вторая рота помнит это дело. Вот. И я пользуюсь моментом, еще хочу сказать, что вот книжечки я какие-то вам подарил, значит, книжка, которая «Избранные стихи», значит, ее на всех не хватило, значит, ну, мало у меня был выпуск такой, вот, ее, я надеюсь, что Саша Кисель, это наш гигант интернетно-компьютерной мысли, да, значит, он ее выложит потом, ее и презентацию, то есть мой творческий вечер по случаю выпуска этой книги. Он их выложит в интернет, если кому-то будет интересно, вы можете их посмотреть. Да? Вот. И Саша Искевич сказал, что это наше последнее вот дело, что мы выпускаем этот альбом, который мы сейчас выпустили. А я ему сказал, что это не последнее, это не конечное дело, это только начало. Потому что вот пройдет 5 лет, я думаю, что
значит, Говорин принесет пятитомное собрание своих оригинальных сочинений и подарит вам. Вот сегодня мне уже подарил, значит, вот Говорин уже что-то подарил, да? Потом подарил уже, значит, Алексей Яценко. Значит, а я думаю, что через 5 лет, вы так, многие уходите сейчас на пенсию, да? И на пенсию, чтобы не лежать на диване, значит, вы вспоминаете, у вас такие богатые биографии у всех. То есть это просто вот, ну, не выложить их и не поделиться с ими, вот, с будущим поколением, со своими друзьями, там, вот, с выпускниками второй роты, ну и другими людьми. Это просто будет неправильно. Вот. Я сейчас еще вот что должен сказать. Значит, этот вот звоночек, я вам уже прозвенел, да? Он наш уже исторический второй урок, потому что он работал на 25 лет встречи, он работал на 30 лет встречи, вот сейчас он работает на 40 лет встречи. Значит, и он работает как? Когда вы шумите, что-то разговариваете, но тогда зазвенел вот этот звоночек, то все замолкают и предоставляется слово тому, кто просит всеобщего внимания. Я хочу, прежде чем произнести окончательный тост, я хочу этот колокольчик по, ну, по велению сердца, и думаю, что по праву, подарите его Саше Дискевичу, и он будет руководить этим колокольчиком, а я вам принесу последний, не последний садок. Я хочу вам произнести следующий, значит, такой тост, да? Открыла Двиму свои ворота, приняв вчерашних учеников. Вторая рота, приют для будущих моряков. Учебу в рамках держала строго, по расписаниям, по звонкам. Открыла Двиму моря дорогу своим достойным выпускникам. Ушла в былое, былая рота, и за кормою растаял след. Но так надежно связала что-то, не развязалась за 40 лет. Наверное, это узлы морские, морская дружба, морской простор. У всех характер, во какие. Не потеряли былой задор. Хранили память, шторма держались, успешно выросли в мастера, не разбежались, не растерялись, и новой встречи пришла пора. Давайте вспомним о том, что было. Вторая рота опять в чести. Сама себя 40 лет просила, да будут святы ее пути. За вас, вторая рота, за вас, выпускники. Значит, я хочу вас Африку прошел, следует на Сингапур.
Серега Подолька, Феска Симферополь, по-моему, так. 40 человек с нами уже нет. И 40, уже 40. Но нужно заметить, что, возможно, эта цифра больше, потому что у нас есть ребята, с которыми утеряна связь совсем. Такие вот дела. Поэтому я предлагаю, сначала мы выпьем за тех, кого с нами нет, а потом третий тост выпьем за тех, кто в море. Не только за наших, но и за чужих, за всех, кто в море. Поэтому я предлагаю теперь выпить за тех, кого с нами нет. Светлая память от царства. Да, давайте. За тех, кто в море. За всех, включая и наших, и тех, кто в море. Святое. Это святое. Дорогие друзья, и по сложившейся в университете, в училище традиции, за тех, кто в море, наша троекратная по команде три. Три! Ура! 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 Уважаемые господа! Потому что уже все достигли. Я предлагаю выпить тост за наших женщин. Он четвертый, традиционный, поскольку без их помощи, без их поддержки вы бы никогда не стали теми, кто мы есть. Мы вообще не стали. Надо отметить, что наши русские женщины являются самыми красивыми и самыми лучшими. Это общепризнано, несмотря на французский шарф, не помню, там прикомедий, ой, извиняюсь. Вот, но надо учитывать, что наши казачки улучшали генофонд там еще в 1813 году. Поэтому без русской привязи крови француженки бы были не француженки. Нужно всех сконцентрировать все свои усилия и сделать жизнь наших женщин гораздо лучше, чем есть она на самом деле сейчас. Предлагаю тост за наших женщин. Короче, за бакс. Должен выпить, так сказать. Да, должен. На всякий случай. Не ошибаюсь. Я скажу, мальчишка. Потому что вы все равно мальчишка. Там уже много лет. Вы потрепанные, поношенные. Но все равно вы мальчишка. Да. Скажем так, вот сколько лет прошло, все больше и больше узнаешь о своих однокашниках. Когда мы учились в училище, считалось, что у нас только два поэта. Командир роты и Витя Белин. А выясняется, что у нас их гораздо больше. Все. Нет, все нет. Это дело непростое. Серега Яковлев, оказывается, поэт. Воронцов, то ли, поэт. Так вот, он к нашему 40-летию тут прислал стихи. Я их
вам прочитаю. На работе писал, в рейсе. Готовился к проверке американской Косгард и в это время писал стихи. Толя Воронцов. Посвящается Синиловскому совхозу. Вспоминаю наш Синиловский совхоз и длинный тракторный обоз, что увез всех нас на поле. Так мы привыкали к курсантской доле. Нас было лысых 150. Вчерашних школьников, обычных ребят. Вот так кто-то написал Галине, и никто не признался в своей вине. Мы на поле, поза раком, наполняем мешки, первые 15 с гаком. Потом норму нам подняли, чтобы мы на поле не скучали. Целых 22 мешка. Надо было собрать со своего редка. Только где же взять картошку, если ее вырастили понарошку? И собрал свой бизнес ряд, будет тебе потом наряд. Берешь в руки два ведра и таскаешь песок с берега. Взсыпаешь в руки перед гальюном, где на переборке написано «не топором». Здесь было лысых 150. Вчерашних школьников, обычных ребят. Сенсен Бенс Вегас, 1 февраля 2017, Чинти Астра, кэптон Анатолий Воронцов. Следующее, это еще не все, это Толику хлопайте, нет. Голоса не хватает. Я понял, я постараюсь. Мы все расстались с ротой 40 лет назад. За эти годы преодолели тысячи преград. Партком, наставников, таможню, подконтрол. Кто только нам не портил жизнь и поперек, и вдоль. Но мы все это преодолели, слегка состарились, немного посидели. Но у нас остался второй ротный дух. Вторая рота звучит приятно нам на слух. Сегодня пьем за 40 лет, за всех, кто здесь, и за того, кого уж нет. Давайте помнить только об одном. Братцы, свято и незыблемо наше морское братство. Как бы ни складывались дела у всех, не надо забывать, что вторая рота вместе нас свела. И вспоминая за столом, сегодня я был лоб. Оставьте все свои дела на потом. Сегодня я подниму бокал за нас всех, чтобы у выпускников второй роты во всем был успех. Прими, вторая рота, от взвода. Это привет за твои сегодняшние 40 лет. И еще, это еще не все. Ох, сколько он много написал. Ты хлебни стопочку. Что, потом перерыв сделать? Хорошо. Читать. Просим прочитать. Привет, друзья. Сегодня 40 лет. Как Дрима вывела нас в свет, и мы пустились в плавание, чтобы получить капитанское звание. А что у нас осталось за кормой? Абитура, Синиловка, общая практика, год и выпускной. После этого у каждого путь на мостик был непрост. Работа, разные суда, иностранный флот, карьерный рост. Сегодня опять мы в строю, рядом с друг с другом. Только волосы посинели, и бак торчит пузом. А все же, о чем мы мечтали и чего мы хотели, мы получили, а препятствия все преодолели. Не всем нам было суждено до этой даты дожить. Надо будет вспомнить и за них третью чарку осушить. Выводим свои суда через океанские дали, запасные туда, куда нам клепки указали. Мы прошли путь от СРП-5 до GPS и АИС, от печатных карт до электронных карт. ЭКДИС, потом пришли нам АСМ и АСПС. И все же развалилась партия КПСС. Исчезла великая морская держава СССР. И ставили нас всем другим в пример. Работали мы за рубли, вроде на жизнь хватало. Пришли демократы, этого нам стало мало. И подтянулись мы к англосаксам под разные флаги за евро и баксы. А дальше за серб. И молот был горд и рад, теперь за кормой флаг любой, с которым контракт. Но в этот день, я не об этом хочу говорить, здорово, что мы все смогли до этого дня дожить. И несмотря ни на что, все же мы продолжаем встречаться. Семья, дети, внуки, работа, а надо нам больше общаться. А отдельное спасибо нашему командиру, что строил всех нас по ранжиру.
Виктор Георгиевич, живите и долгих вам лет. А вторая рота всегда была с вами все эти 40 лет. Жаль, нельзя чарку за 40 лет поднять. В таком экосгад будет нам проверку учинять. И быть надо в форме. И на судне все подготовить, чтобы проверку несоответствия вине испортить. А как воротимся мы в порте, мы будем с кораблей, как овечки. Раньше пели на парусниках англосаксы, а я получу свои заработанные баксы. Я вернусь в родной Владивосток в конце апреля. И мы встретимся за кружкой крепкого хмеля. Ну, а это на закуску. Все, пока. Ура! Хорошо, тост. Ну, мы за тех, кто слышал. Я просто прочитал стихи. Ваньку. Анатолий Воронцов. Слово представляется Виктору Юрьевичу. Что ты говорил? Говорят, надо громко говорить, потому что нету микрофона, да? Говори, Шатмирал, говори. Уважаемые однокашники, дорогие мальчишки, как говорит Александр, сегодня, конечно, всем нам сразу на память пришло, как мы оказались в прекрасном этом городе. Наш первый день приезда, наше расселение в абитуре, наши поступления, наши экзамены, ну и дальнейшая учеба. Конечно, все это волнительно, потому что, да, в суете повседневной заботы жизни мы каждый занят проблемой, и очень приятно, что вот сейчас мы встретились, и пообщавшись, мы уже узнаем друг друга, и даже думаем, что они изменились, как были в 17 лет, ну, кучеряшек поменьше, остальное все так же. Но поэтому, конечно, да, Сергей правильно говорит. Поэтому основное, я считаю, что вот все это становление, оно начиналось с нашего родного училища. Мы сказали слова благодарности Виктору Егоровичу. И мы помним также первый шлюпочный поход. Михаил Никитич, как мы там гребли к миноноске, эвакуировались или как там. Да. Да? Вот, видите, сразу воспоминания. Мы помним, как Леонид Константинович рассказывал нам, романтичные походы на яхте. Да, и как эти все, я вот сегодня сказал, этот Дежневский, как говорится, знак, который стоит на мысе Дежнева. Мы помним, кто его водрузил. Мы помним мягкие оболочки, которые нам рассказывали, что за ними будущее. И помню, как нам говорил, что хватит нам эти крепить там все это. Тогда же, вы помните, лес возили и мешками его, и уже даже забыл, как там и лесом. Говорю, вот скоро будут мягкие оболочки, и все будет красиво. Поэтому вот из этого, наверное, все и складывалось наше общение, наше единение, наша общность интересов. И еще я хотел бы сказать, вот мы побывали с вами в прекрасном училище, да, сегодня? Ну, в то время разрухи, мы помним, как это все тяжело. Мы помним, ну да, и где-то фактор везения саммита ТЭС. Но настойчивость нынешнего ректора Сергея Алексеевича тоже способна, потому что, ну, мы так уж получилось, были тесно, мы продолжаем, в общем-то, и работать, и сотрудничать. Поэтому спасибо преподавателям, спасибо Виктор Григорьевич, спасибо руководству учителя. Ну а нам, мальчишки, здоровья, здоровья. Сейчас добавишь. И я хочу, чтобы, ну, тут немножко осталось. Через 10 лет мы дружно этой же компанией на 60 лет собрались, тоже составили. Значит, давайте так, уважаемые. Кто как хочет, а я через 10 говорю. Поэтому не будем считать. Надо задавать планку выше. Мы надо планку выше, упасть всегда легко. Здоровья всем. Позиция, а почему позиция? Да.
1973 году. Все, полгода. Хочу сказать, вот каждый из вас это личность, которая за 40 лет после окончания ГИМУ прошла своим путем. У каждого свои скорби, страдания, свой жизненный путь. Тем не менее, друзья, я хотел бы, чтобы вы не потеряли не то что цели. Целей в жизни много. Семья, образование, дети, работа и так далее. Но должен быть смысл жизни. Для чего я живу, грешный, на этой земле? Что будет потом? Я хочу, чтобы каждый из вас задумался. Нам этого не говорили, но, в принципе, мы триедины. По антропологии ум, верхняя часть, да? Вот. Но это образно говоря, если вот Саша Кисель скажет, это облако компьютерное. Это душа и это тело. Ладно, ребята, разберитесь. Я хочу выразить признательность, кто нам дал определенные направления в жизни через преподавание. Я вспоминаю Леонида Константиновича Лысенко, который приехал после аспирантуры, после Ленинграда и давал нам правила Кудревича, гироскопию. Мы там уравнение второго рода дифференциальное решали и так далее. Большое ему спасибо. И сейчас он делает большое дело, потому что он преподает географию морских путей и так далее. Азовцев. Основы теории устройства судна. Большое ему спасибо за те знания. Михаил Никитич, письменный. Особая ему благодарность за те лекции по управлению судном. Если вы помните, он что-то давал нам новое, изучая, значит, японскую теорию. Спасибо ему. Ну и наш однокашник, ректор Сергей Алексеевич Агай. Я считаю, что, ребята, вот такие личности, они делают стержень и вузу, и некоторое направление в образовании детей. Спасибо им. Ну а Константин Георгиевич? Виктор Георгиевич, извините. Но это эстет, это поэт, это тот человек, который заложил нам, мальчишкам, да, наверное, некоторые основы порядочности, личности, совести. Большое вам спасибо. Давайте, друзья, выпьем и за нас, и за наших и преподавателей. Спасибо вам. Спасибо всем. Будьте здоровы. Русские не знают, что называется. Ну вот мне дали слово. Спасибо, конечно, большое. Прежде всего, я хотел бы сказать, я ни в коем случае не хотел, не хочу оправдываться перед Виктором Георгиевичем. Ну, согрешил. Ну, поймите, но чувства переполняли. Я получил новый пароход, 270 тысяч медведей. Тут вот этот диск с родными лицами и так далее. Выход из порта, свободное время капитана ночью.
думаю, а не подумал, что мы-то идем на запад, если бы не о Москве, а на востоке. Вы же понимаете. Микрофон опустили. Ну, двоечник, ну, бывает, ну. Вот. Это одно. Потом, тут меня, конечно, называли Иваном Грозным. Ерунда все. У меня на судне был диск, который подарил мне один торговец, который торговал дисками, я уже не помню, в какой стране. А там был наш российский старый фильм «Иван Грозный». Только он там назывался «Иван Терби». Но так как меня звали Иван, меня почему-то начали называть Иван Терби. Но я сказал, ребята, ну вам же хуже. А это были филиппинцы, понимаете? Поэтому так меня научили в нашем родном пароходстве. Я помню Ботмана Чеплакова, который гонял нас еще курсантом. А потом я его встретил уже с Тарковым. Я говорю, ну, брат, теперь я тебя буду гонять. А он говорит, не понял. Я говорю, а ты понял, помнишь, ты меня курсантом заставлял там 10 раз красить там вот это место, где ты рукой доставал. Ну, короче, мы разошли. Все. Поэтому филиппинцы не воспринимали, вернее, ну так, воспринимали меня, ну, как российского капитана, что ли, только и всего. Ничего выдающегося я в своем плане, конечно, не сделал. Поэтому. И я хотел сказать буквально вот два последних слова, чтобы много не говорить. Ребята, я очень горжусь, что именно я закончил эту вторую роту. И в тех моих рассказах, которые есть в учебниках, ну, в смысле в книге, да, вот, я там, ну, у меня, конечно, была попытка, я там, у меня есть черновичок, я его, конечно, храню. И, может быть, как Гоголь сожгу его к чертовой матери. Вот. Потому что я писал басни. Вроде неплохо получилось. Одна из них вот в этом первом рассказе, где когда мне наш уважаемый Константин Игнатьевич, там по полной, потому что он нас всех уважал. Он говорит, я вас всех уважаю, Саралчин, но и даю вам попробовать. Вот. То есть 5 нарядов. Он мне дал за дежурство на кухне, дежурного постановления. Понимаете? Ну, я там все это описал, как это было. Постарался, конечно, больше юмора, да, потому что это было перед экзаменом, а получить 5 нарядов перед экзаменом, сами меняете. Если есть вещи, можно смертить. Когда курсант получает 5 нарядов перед экзаменом, репу-то, конечно, почерпишь. Вот. Поэтому я еще раз хочу сказать, спасибо вам, родные, что мы встречаемся. Я вас всех отлично помню. Письменного помню. Отлично. Потому что его лекции всегда были переполненными какими-то шутками. Он так умел курсанту, там, отстающему или там еще что-то, так мог сказать, что тот потом переходил в передовики. Когда там мы сдавали, помню, контейнерное дело, то есть там крепление контейнеров, ну, был такой вопрос, какой-то курсант мне ответил, Николай Николаевич, что там у него стоит? Швабра. Зачего? Это я отлично помню. Помню также нашего любимого преподавателя Азовцева. Когда пришли к нему на экзамен, он сказал, ребята, не надо использовать шпаргалки. Я вам разрешаю пользоваться всеми справочниками, которые только у вас есть, вы найдете в библиотеке. Если вы знаете, как использовать справочники, вы, говорит, найдете все. Я еще раз вам скажу, я не оратор, и все там свои басни я подписал как неизвестный автор. Во-первых, я очень рад, что вы мой сыночек. Я уже сказал, что я рад любому звонку, всегда в свой рот, любому сутки, когда вы говорите, что
но Ваня себя умаляет свои достоинства. Это человек, который воевал с пиратами в море, между прочим. Значит, кроме этого, он с Харьков воевал с бендеровцами. Значит, у нас, видите, у него обеспечил безопасность паралимпийских игр. Значит, есть чем катиться в высоких городах. И Ваня в том числе. Я очень рад, что мне позволил дать собачку. Пиратов косили и будет косить. То есть нам не будет. Мы занимаемся своим. Я хочу сказать, что нам всем, а я с вами однокашник, судьба подарила большое счастье. И мой тост, по сути дела, о счастье. О счастье того, что нам довелось вместе поступить в нашу бурсу. Найти прекрасную профессию, выучиться этой профессии, стать профессионалом – это большое счастье. И вот сегодня у нас очень счастливый момент для вас и для меня в том числе. Вы сегодня видите и встречаетесь, еще, я думаю, очень много интересного услышите от своего родного, любимого командира. Сегодня вы сможете очень тесно пообщаться с вашими любимыми преподавателями, о которых вы сегодня вспоминали и говорили. И я хочу, чтобы вот это счастье, которое есть у всех у нас, счастье, по сути дела, жизни, встречаться с людьми, которые вывели всех нас на большую дорогу, чтобы оно еще долго-долго продолжалось. Вот за это. Все хорошо, ребятки, очень рад вас всех видеть, живыми, здоровыми, согласно паспортам. Спасибо. И очень приятно, что все собрались сегодня, что мы пожелатели к нам пришли. 40 лет, впереди 45. Вот я сейчас смотрел и перекурил. Я обратил внимание на пиджак сменного Николая Никитича. У него с правой стороны значок, который мы выпустили к 30-летию окончания нашего учения. Саня, микрофон говори. Что, я плохо говорю? Дима говорит. Выше микрофон. Повторять надо, что я сказал? Я обратил внимание, что на пиджаке Михаила Никитовича наш знак 30 лет об окончании второго года. А в окончании училища второго года мы выпускали его на 30 лет. Впереди будет 45 лет. Сейчас мы выпустили вот этот альбом. В нем много изъянов. Но, может быть, и не стоило это говорить, но все же надо. Потому что впереди, если мы решим выпускать что-то подобное, нужно понимать, что работа эта очень большая. По опыту создания вот этого альбома на 40 лет получилось так, что хотя и была задана граница сбора материала 1 августа, фактически последние материалы были добавлены в альбом в декабре прошлого года. Вы должны понимать, что это очень сложно. И кроме всего прочего, вот эти все верстки и прочее, нужно создать макет, все это скомпоновать, потом 15 раз откорректировать, просмотреть. И честно скажу, это моя вина, что в альбоме очень много ошибок. Я имею в виду, в первую очередь, драматических. Там где-то лишние запятые, их наоборот не хватает там, где надо. Скажу прямо, что я отказался от услуг корректора, потому что мне сказали, что это нужно 10-14 дней,
а понятно, что это было бы все 20 дней. Я боялся, что наша яичка ко Христу не поспеет. Поэтому нужно понимать, что если будет дана команда сбор материала, значит нужно все доставлять вовремя, не стесняться и не жалеть свои фотографии и материалы, которые у вас есть. Потому что вдруг потом вспоминается, а вот у меня там фотографии, а уже поезд ушел домой. Вот все, что я хотел сказать. А вообще очень приятно, что мы все здесь, все здоровы и счастливы. Давайте выйдем за вторую руку. За его мотор, потому что не было бы Ицкевича, ну, тяжело бы нам было так сорганизоваться. Начиная с 30-летия, 35-го. Поэтому за Александра Николаевича, за его энтузиазм, здоровья тебе, Саня. Ну я для всех. Саша, давай за тебя, потому что ты, во-вторых, ты у нас. Если бы не было никакого ответа от вас, ничего бы не было. Я бы один ничего не сделал. Нет, за я тебя, просто назначил. Я за то, что наш пенал, это самое. За тебя давай. Ну давайте за вторую руку вместе со мной. Как бы больше. Шура, так и давай. Давай. Я до вас не дотягиваю. Саша, полковник Аргавана, произвел заранее. Ты полковник заранее. Ваше здоровье, долгих лет жизни, доброго здравия. Да, тихо, до встречи, до встречи еще многих. Саша, беда. Товарищи курсанты, второй рой. К вам обращается курсант тоже второй роты. А поэтому я с гордостью ношу ваш значок. По случаю. Перелистывая альбом 30-летней давности. И вот сегодняшний альбом. С удовольствием наблюдаю те лица, которые в образе курсантов бродили по нашим коридорам. Приятно видеть, вспоминать о этих ребятах. Все фотографии знакомые до боли. Я вам немножко преподавал. Но давайте вспомним 77-й год. 77-й. 21 марта, да? Вот. Солнце перешло в точку О, и вылезло в северное полушарие. И в этот день наибольшая высота Солнца равна курсанту. Нужно от 90 отнять широту Владивостока. И сколько будет? 47. Дальше с дельтой там у нас идут заморочки. В северном прибавлении получаются больше и больше до июня месяца. Но я не об этом. Курсант Пивень здесь есть? Есть. Сам Пивень. Встань. Какое знаменательное событие мирового уровня было в 1977 году? Вопрос на засыпку. А подсказка? Курсант Пивень. Телефон в руку взяла, есть? Учился и начал свой жизненный путь. Кто? В 77-м году. Моя самостоятельная работа. Это важно. А в мировом уровне? В мировом. А вы знаете, меня, в принципе, масштабы, вернее, и проблемы страны волнуют постольку. А потому что там есть своя вертикаль власти, которая все
1992 году у нас вступил в силу МВПСС. Который вы питали в 1977 году, если вы помните, на двух столах сдавали государственный экзамен. Мы на одном столе сдавали ВПС 60-го года, а на втором столе ВПС 72-го года. Там был срок 5 лет отведен. Я вам желаю всем сейчас выполнять правила NAMPE-PANTA-5, а по которым постоянно вести наблюдение надо. Для тех ребят, которые на флоте еще работают и стоят ходовые вахты и руководят крупнейшими пароходами, кто-то тебе сказал, 300-тысячник. Молодец, держится. А для того, чтобы быть на ходовом мостике, надо иметь хорошее здоровье, чего я желаю, чувствовать запахи и иметь хорошие уши. Желаю вам крепкого здоровья, ребята, и встретимся на полтиннике. У меня есть очень небольшое дополнение к этому вопросу, да? Что 21 марта, это, правда, не 71-го, не 77-го года, а где-то лет 10 назад примерно, 21 марта – это еще Всемирный день поэзии, а мы эти все поэты. Поэтому 21 марта – это для меня это двойной праздник – день поэзии и день 22 года. Я несколько слов добавлю, потому что несправедливо говорить, что моя заслуга – это не совсем верно. Потому что огромная заслуга, во-первых, командира роты Виктора Георгиевича, Саша Кисера, это наш командирный король, он во многом помогал и участвовал в создании этого альбома, и того, и этого, и пятого, и десятого, какой там у нас еще был. Огромное спасибо Володе Переменчуку, потому что он у нас главный ресторанный король, он уже не первый год занимается организацией именно нашего питания и правильного питья. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на них тоже. И выпейте за их работу. Опять!
зацепить не могли. 10 минут.